А сегодня я вам покажу супер подарок. Такой подарок вы можете сделать себе и своим многочисленным родственникам. По карману это не ударит, но очень приятно будет вашим родственникам, друзьям, коллегам, неважно кому, получить это в руки. Вы знаете, вот я держу, и мне это нравится. А что там есть? А там есть два средства для наших волос. У кого волосы поврежденные или даже не поврежденные, вот этот шампунь очень сильно поможет. Во-первых, он восстанавливает структуру корня. Волосы начинают лучше расти. По запаху он такой нежный-нежный, очень нежный. И масочка, которая поможет волосам нашим стать мягче. То есть волосы наши станут мягкими, эластичными и будут очень хорошо расти. Вообще, я советую, когда вы кому-то предлагаете какой-то шампунь, неважно, с корнем женьшеня это, или с имбирем, или просто с, ну, другой шампунь, всегда предлагайте с маской. Потому что шампунь направлен на то, чтобы просто помыть волосы, смыть грязь, смыть лак с волос. А маска – это уже основное действие, когда ваши волосы начинают питаться. То есть это мы умыли волосы, а это мы накормили. Приятного аппетита вашим волосам!